И снова всем здравствуйте. Сегодня мы снова погоняем на автобусе Икарус 260. Легендарный автобус, который ездили еще в начале 90-х. Кто еще помнит? И сегодня мы будем ездить вот на таком. Только по Анкаре, Турция. Проедем, наверное, давайте выберем дождливую погоду и ночь. Погнали. Маршрут 105. Так, включим фары. Так, вид из кабины. Ой, ну чё, ну-ка сейчас графику сразу сделаем, прорисовку на всю сделаем. Так, закрываем. Включим дворники. Поехали. Плавный ход. Автобус вообще хороший. В автобусный карман люди под дождем мокнут. Так, заходите. Поворотник. Выкручиваем руль. Так. Ну, поехали. Так, заходим. Так, перестраиваемся в эту полосу. Единственный недостаток в этой игре, это то, что очень много надо ездить, чтобы купить другие автобусы. Очень долго. То есть не один час провести в этой игре. Можно было бы как-то усовершенствовать все-таки.
Заходим. Вот такой вот вид снаружи, тоже играбельный, то есть и так можно играть. Так тоже вон видно, как пассажиры сидят, когда полный автобус, номер маршрута. Единственный из симуляторов, который нормальный. Остальные, да, графика бывает немножко получше, но ни о чем. Этот намного интереснее. Вот такой красивый автобус. Вот такой красавец. О, нифига себе тут авария. Нифига себе автобус развернул. Дорога скользкая. Но мы все равно едем, нам пофигу. Вот девушка на остановке, наверное, вся промокла. Заходи. О, на заднем сиденье появились уже две девушки. То есть графика мне вот тут тоже нравится в этой игре. Ничего плохого об этой игре не могу сказать. Вот еще бы вот эту игру бы сделали бы, то есть симулятор автобуса только по России, вообще бы цены бы не было этой игры. Чтобы по России кататься, по русским городам, хотя бы образно. Потому что большую прорисовку сделать, это естественно весить много будет. Вон, иномарочку обгоняем. Сзади просто оставили. И карус рулит. О, 90. Ой, блин. На красный свет проехали, ёшкин кот. Минус от зарплаты моей. Тут тоже надо быть внимательным, потому что зарабатываешь за один маршрут и так очень мало. А если еще в аварии попадать и на светофоры на красные приезжать, то денег вообще не остается фактически. На автобус заработать другой модели очень трудно. Я как-то покупал в этой игре гармошку, но гармошка мне вообще не понравилась. Очень трудна в управлении и на заворотах очень трудно идет.
Вот на таком Икарусе 260 намного проще ездить. То есть, если покупать автобус, то обычный трехдверный, не гармошку. Сочлененку покупать это неудобно. А на таком можно поездить. О, опять авария, что ли, или что? Или нет? А, они просто едут так медленно. Маршруточка. О, еще одна иномарка. Офигеть, Икарус 260 обошел. Даже не напрягаясь. О, менты. Здорово, менты. За превышение скорости, надеюсь, не накажут. О, снова до 96 разогнались. То есть на пределе своих возможностей, как у себя. Так, мне надо в ту полосу. Никого там нет. Ага. Мне сейчас заворачивать. Так. Вписаться в поворот. Вписываемся. Зашибись. Что-то не разгоняется, что, сломался что ли автобус? Нет. Так, все, жмем на газ, едем дальше. Так, сбрасываем. То есть вы слышите, как открываются двери и как двигатель шумит. То есть вообще разработчикам просто уважуха. Сделали круто. Поехали дальше. Так. Так, я еду. Плавно входим в поворот. Заходим. О, красавец какой вообще. Ну, если он, как он тот, куплю. Надеюсь, заработает.
Искал взломанную версию этой игры, так и не нашел. Жалко. Хотелось бы на всех автобусах. О, ни хрена себе. Автобус там подлетел. Это он так заворачивает. Нифига себе. Тут постоянные аварии в этой игре. Выходит. Угу. Так, пропускаем. Занимаем полосу. Ага. Коттеджный поселок какой-то въехали, походу. Так, попробуем вот такой вид. Походу все, автобус я разгрузил. Сейчас, походу, будет конечная. Так. Входим в поворот. Или еще будут остановки. На автобус-то у меня пустой уже. Не-не, все, вон, так. Вижу парк. Сейчас будем заезжать. Так. Сходим с маршрута. Вот мое место. Угу. Ну вот и все. Завершили маршрут. Всем спасибо за просмотр.